Спорим, что я научу вас обрезать видео Adobe Premiere Pro за 5 секунд. Не верите? Смотрите до конца. Поехали. В общем, всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Как вы поняли уже по началу ролика, также по названию его. Сегодня я вас научу обрезать видео в Adobe Premiere Pro за 5 секунд. Верно? Верно. В общем, вот это называется таймлайн. Вы перекидываете вот отсюда ролик, который вы загрузили, на таймлайн. Вот он у вас, да, загрузился, все дела там, все четко, круто. Итак, поехали, наше время. Кликайте вот на эту кнопку «Инструмент подрезка» и в нужный момент подрезайте ролик. Допустим, здесь подрезали, видите, он у вас поделился. Вот, собственно, и весь ролик, в этом вся и прелесть. Вы можете передвигать его спокойно, куда хотите, можете его вообще удалить. Чисто вот этот ролик оставить. Если вам еще раз надо подрезать, опять выбирайте «Инструмент подрезка», подрезайте в любом моменте. Можете этот момент удалить или переместить его куда-то там в начало, к примеру, да. И все в таком духе. В общем, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока.